Кот тут пришел серый, тут навешанное мясо жуланом, синица большая. И вот он здесь, там внизу еще, он отрывает, у кусочки другому роняет. Вот он сидит. Видишь как? Рябина. А сегодня 10 декабря 2015 года. Ну. Ну, молодец, Котя. Котя, видишь как? Вот он заберет. Залез. Мясо берет. Вот он. По кустам залез. Высоковато довольно. Там кот другому коту он ронял, тот ел, отошел. А с этой стороны тоже у меня мясо висит везде. Вот зашел с этой стороны посмотреть Котю. Вот так. Вон Котя мой хороший какой. Да я тебя не трону. Ешь давай, ешь. Мяса хватит всем. Ну, хороший Котя. Вот он скрывался. В кустах-то его незаметно почти. Вот так. Ну, а там что? Там жуланы. Вот они где. Я привязал для них. А тут кошки, видать, нравится мясо. Но ешь, ешь, не трону, не трону. Я совсем близко подошел к нему. Издалека, то сильно у меня руки трясет. А так-то ближе видно. Вот так. Это у нас, где мы молимся, храм. Ну это на окнах у меня тут повешено еще мясо. Такая капроновая как бы сеть. А это для этих голубей. Ну-ка, не бойся, я тебя не трону. Мне надо отойти подальше. Ну, вот как я его здесь не трону, не трону. Котя хороший, да. Хороший котя сидит, вот он. Вон она наверху, голуби мои. Вот они ходят. Там пища у них. Вот котя сидит. Как на кустах привязался. Неудобно, конечно, вниз головой-то сидеть. Видите, чем приходится заниматься? Котов кормить. У меня голубь один прилетел, я его зову Дубонос. Очень интересный такой нос у него. Один такой, все время отдельно. Породистый такой. Это идет он к снегу, напиться надо.
Ну а там вот он вплотную прям подошел к котику, и он не боится. Ешь, ешь. Ну, да, зеленоглазое чудо такое. Ешь давай, ешь. Это не наш кот, чей-то вот приблудный. Вот так. Вот котя за мной смотрит, как я тут. Ну как? Нормально. Вот 10 декабря 15 года. И вот прямо идешь, и вода течет. Вот. С крыш капает. Вещь неслыханная. И земля голая. Вот, считай, озимая пшеница, все это уже пропало. О, тут на этой стороне больше голубей. Ну, тут на свет, там солнце, так что все, ушел.